Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как очень быстро и вкусно приготовить диетические наггетсы из цветной капусты, которые помогут вам похудеть, а также очень хорошо притупляют чувство голода. Прежде всего нам потребуется цветная капуста, я разобрала ее на небольшие соцветия. А еще нам нужно 2 яйца и любимая наша приправа. Я перемешиваю яйца с приправой, и вот сюда мы будем обмакивать наши соцветия. Вот такая смесь у нас получилась, и теперь я сюда кладу сразу несколько соцветий. Посмотрите, я сразу положила несколько соцветий цветной капусты, хорошо это все перемешала, а здесь сейчас самый главный момент. Мы берем эти соцветия, вынимаем и обволакиваем в отрубях, не в сухарях, а в отрубях. Вот смотрите, я беру соцветие и хорошо его обваливаю в отрубях со всех сторон. И так мы делаем со всеми этими соцветиями. А затем самое главное, что мы должны сделать, нужно эти соцветия не жарить на масле и на сковороде, а положить на фольгу, поместить в духовку на 10-15 минут при температуре 180-200 градусов и запечь. Я люблю запекать так, чтобы они чуть-чуть хрустели. Вы можете запекать чуть больше, чуть меньше. И один очень важный момент. Если у вас больной желудочно-кишечный тракт или вы не привыкли к отрубям, то вам этот рецепт использовать нельзя. Можете использовать сухариками, но, конечно, от этого пользы будет гораздо меньше. Я к отрубям привыкла, я вообще фанат отрубей, поэтому всегда их пропагандирую, но нужно смотреть на ваше здоровье. Итак, я буду запекать эти соцветия и покажу вам, что у нас получилось. Посмотрите, какие чудесные соцветия у нас получились. Вот это я специально разрезала, чтобы показать, как они внутри. Они хрустящие, они сочные. И вот на всю квартиру вот этот чудесный запах цветной капусты печеной разносится. Вот просто вы не представляете, как это вкусно. И когда поешь даже не всю эту тарелочку, даже половину, если съедаешь, кажется, что чего-то объелся жареного, жирного, сытного. А на самом деле мы съели самые диетические и самые низкокалорийные продукты. И от этих продуктов мы можем похудеть. Вот и все, дорогие мои, подписывайтесь. С вами был YouTube-канал Тутси. Лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Пишите свои комментарии, я стараюсь отвечать на все. И делитесь с друзьями этим видео, подписывайтесь, комментируйте. И заглядывайте, ссылки в описании, в прикрепленный комментарий. На моем канале Тутси очень много интересных и полезных видео, и не только по диетам. До свидания, удачи всем и желаю вам всем быть стройными и красивыми.